И о новостях спорта. В Актобе состоялся республиканский детский чемпионат по плаванию. В соревнованиях, прошедших в спортивной школе «Достык», приняли участие 600 детей. За ходом турнира наблюдала наша съемочная группа. На чемпионате выступили 27 команд, представляющих Актобе, Алматы, Кызылорду, Костанай, Севера и Западную Казахстанскую области, а также столицу. Участники – дети в возрасте от 10 до 12 лет. Они соревновались в плавании на 50, 100, 200 метров по своему выбору. Этот чемпионат проводится регулярно с 2017 года. Количество участников увеличивается с каждым годом, потому что в стране растет интерес к плаванию. В последние годы мы замечаем огромный интерес у людей к плаванию. Думаю, это благодаря успешному выступлению наших спортсменов на Олимпиаде. В нашу школу ежегодно записываются более 900 детей. Из них только лучшие, ловкие, выносливые, целеустремленные ребята идут на соревнования. Не секрет, что плавание укрепляет здоровье. Одним из участников чемпионата является Арсен Дюсен. Он занимается плаванием уже более 6 лет. В прошлом году на детском чемпионате Арсен стал рекордсменом в плавании на 200 метров. Он проплыл дистанцию за 3 минуты и 3 секунды, побив рекорд, который действовал с 2017 года. Планы у юного спортсмена большие. В будущем хочу стать чемпионом Олимпиады. Здесь, в Достыке, мы готовимся к соревнованиям. Регулярно проводим тренировки. Победители чемпионата были награждены кубками и медалями. Шасан Жалбаков, Нурбол Жаумбаев, Азамат Сауханов, телеканал Актобе.